Всем привет, особый агент космической станции. Событие, которое сегодня только началось в Хонкай. Давайте посмотрим, принять участие. Для того, чтобы, видимо, испытания начались, нам, как обычно, потребуется пройти мини-задание, да? Ну, посмотрим, я, наверное, не буду читать весь этот диалог. Скипну и посмотрим, с чего же все это начнется. Так, с тобой понятно. Мне сказали, что у тебя есть для меня особые поручения, наконец-то. Не думал, что особый агент от ведущего исследователя кажется такой юный. Ну ладно, ты закончила говорить загадками. Ладно, события, я думаю, можно скипнуть. О! Вот это я понимаю, вот это я понимаю тему, ребят. Что это означает? Лимит поручений? В смысле? Это же обычное поручение. Часть нецифровых секретных документов из отдела откровений была испорчена во время вторжения. Необходимо как можно скорее оцифровать документы. Это нужно сделать срочно, бессрочно. Анонимный исследователь, понятно. 13 дней. Что мне... Событие заключается в том, чтобы мне просто отправлять... Это очень странно. Смотрите, используйте персонажа высокого уровня рекомендуемого пути, чтобы повысить рейтинг для поручения. Ну... А, тут можно отправлять поддержку! Вот это вообще необычно. Это очень странно, конечно. Ладно, давайте, вот у меня есть второй аккаунт поддержки. Выберите минимум двух персонажей. Ну, сами понимаете, тут речь... Поддержка и плюс еще три из своих, да? Вау. А, высокий уровень. Ну, извините, у меня тут проблематично все с этим. Я не знаю, что мне добавить. Ладно, поехали взять поручение. Достигнут ли лимит доступных поручений? А, мне нужно 1 час. Может быть, скипнуть тогда? Ладно, давайте отзовем. В принципе, не имеет значения. Тут награды такие маленькие, что можно рискнуть. Ведь все-таки это событие, поэтому... Здесь потребуется нам вот это. За поддержку, скорее всего, мы тоже... мы отозвали, у меня появился наконец-то хоть что-то. Есть. Взять поручение, безусловно. 24 тысячи мы получаем, и плюс какая-то базовая награда. Опа. Ага, ну это довольно интересно. Длительность поручений 8 часов, ребят. Я немножко в шоке от того, что я вижу, потому что я ожидал от события немного другого. Здесь длительность 6. Смотрите, видите, по цвету отличается. Мне нужно собирать вообще все подряд. Офигеть, я в шоке. Я в шоке? Ну, я реально в шоке. А что мне остается? Ну тут мне, в принципе, тоже выбор особо небольшой. Ладно, давайте на все 4 поручения отправим. Анюта, да, вот Анюту я возьму. Поехали. Надеюсь, она посмотрит мое видео и напишет в комментариях, заметит это. Итак, у нас еще получается... Что у нас получается? Вот это. Здесь поддержка... Поддержка такая себе, да? Ну, давайте вот так поставим. Ну, у меня особо выбор небольшой. Что делаешь? Все, у меня больше нет. 4 из 4. Дальше что? Неужели это все? Это конец данного события. Особый агент космический... Я не понял... Восстановить космические станции после катастрофы может быть только особому агенту, ребят. Особый агент... Нет, я в шоке. Я другого ожидал, алло! Ну, восстановление... Может быть, я до сих пор не понял бы. Объясните мне. Это вот это и есть событие, что ли? Ладно, давайте почитаем о нем. Работа по возвращению. Так, во время событий могут отправлять персонажа на поручение в течение первых 6 дней. Событий ежедневно будет по 4, всего будет 24. Награда назначит персонажей для выполнения путей и так далее. Я даже не знаю, есть ли смысл выкладывать это видео. Короче, оно такое, знаете что? Ну, я разочарован. Ну, напишите свое мнение, я, конечно, выложу это видео, но... Я просто в шоке, на самом деле. Я просто в шоке. Ожидал совершенно иного. Не забываем, ребят, подписываться, если вы еще не подписаны. Пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Я просто сейчас до сих пор не могу понять, неужели это конец? Это все, что нам дали, да? Ладно, пока-пока.